Привет, друзья, видеоканал Русская Америка, меня зовут Юрий Муша. Хочу ответить на вопрос зрителя, есть ли у нас знакомый адвокат Сан-Диего, который бы мог помочь выйти из иммиграционной тюрьмы при переходе мексиканско-американской границы. Такой адвокат у нас есть, мы недавно начали с ним сотрудничать, и если у вас есть вопросы, касающиеся политического убежища, а также выхода под залог, то, пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону +1 347 265 61 86. На самом деле, конечно, это очень тяжелый путь, переход границы, и некоторые люди почему-то думают, что если им отказали в визе один раз, то все, других путей, как переход границы, у них нет. Никому абсолютно не советую, не рекомендую. Историю Жени из Украины, который прошел этот путь, вы знаете. На канале она есть, я его снимал, когда он приезжал в Нью-Йорк, рассказывал. Есть еще несколько историй, тоже про них я рассказывал, посмотрите. Но это сложная процедура. Это сложная процедура, у вас должен быть обязательно кейс подготовленный. Чтобы не получилось так, что вы поедете в Мексику, перейдете границу, вас допросит иммиграционный офицер, поймет, что у вас нету повода для убежища, и возьмет вас, развернет назад. Поэтому кейс у вас должен быть готов. Это и адвокат советует, я с ним общался, разговаривал. И вы должны быть готовы к трудностям. Потому что если вы к этому не готовы, то лучше это не делать. Это миграционный лагерь, это не курорт. И там свои правила, свои порядки, свои трудности. Поэтому 100 раз подумайте и потом примите решение. Если будут вопросы, звоните, пишите в Viber, WhatsApp. +1 347 265 61 86.